Всем привет, это Виталий, компания Бустотехник. И сегодня вашему вниманию я хочу предоставить такой вот комбайн Нива СК5М1, абсолютно в рабочем состоянии, не требующий вложений. Сразу хочу проговорить, у нас подобных комбайнов два штуки. Один чуть-чуть подороже, один чуть-чуть подешевле. Внутрянка установлена новая. Вскрывал, смотрел. Вот это колесо, значит, на приспущенном водила проехал. Вот. И после нагрева начало лопаться. По факту еще пройдет очень много, долго и счастливо. Никаких люфтов нет, все отрегулировано. На данном комбайне работал один из лучших механизаторов. Поэтому здесь все будет четенько. Демонстрирую видеообзор. Кстати, были установлены измельчители Торнадо. Обращаю внимание, что они 2018 года. То есть свежачковые. На обоих стоят. Оба комбайна с документами. Данный комбайн я демонстрирую. Здесь очень много было произведено вложений. Замена подшипников, ремней, цепей. Здесь обращаю внимание, доработка, чтобы ничего не болталось, да, не шелохалось и так далее, там подобное. Данный комбайн без вложений. Своим ходом может свободно доехать. Ну, смотря, конечно, куда покупать. Была сделана подварка самого бака. Вот, ну все сделано. Вложений не требует. Так что вот такой комбайн Нива СК5 у нас в продаже. Сейчас этим продемонстрирую второй. Он также в отличнейшем рабочем состоянии, но только там потребуется вложить немножко в замену подшипников. Разница в ценовой категории ровно 50 тысяч рублей. Также установлен измельчитель. Колеса задние живые. Данный комбайн, именно этот комбайн, продается в паре с вот такой вот жаткой лифтерами. То есть это для уборки подсолнечника сейчас вот предназначено. Осталось убрать всего лишь 100 гектар подсолнечника двумя комбайнами. Ну и мотовила, соответственно, есть все в комплекте. Здесь все четенько. В том числе установлена новая внутрянка. Можете приехать, увидеть. Любому приехавшему заведем. Все продемонстрируем. Колесо находится в ремонте. Так что такие два комбайна у нас в продаже. Кому необходимо, обращайтесь. У нас все в наличии.